Первые 80 новых арендных квартир на улице Арсеньева в камчатской столице распределят уже в этом году. Всего для реализации программы по предоставлению жилья в регионе строится 670 квартир. По поручению губернатора края параллельно идет работа по созданию электронного сервиса, которым смогут пользоваться заявители. Так им не придется лично приходить в краевые ведомства. Тех, кто находится в приоритете, определяют федеральные нормативы. Предоставлять жилье на условиях договора с аренды отдельным категориям граждан будут в соответствии с постановлением правительства региона. В целом программа востребована будет, и ко мне уже много людей обращались с запросом, как поучаствовать, где у меня в этой связи, наверное, предложение на следующий этап проработать более детально квоты по направлениям, чтобы они у нас были отфиксированы, и правила, если количество желающих будет превышать количество квартир, по каким критериям отбор, это только ли срок подачи заявления, ну, условно говоря, в порядке живой очереди, или какие-то другие критерии, которые могут позволить более позднее обратившимся гражданам, тем не менее, претендовать на арендное жилье. Новый жилой комплекс класса «Комфорт» на улице Арсеньева включает в себя благоустройство территории, игровые и спортивные площадки, парковки, видеонаблюдение для обеспечения безопасности жильцов. Жилые помещения, которые будут сдаваться по договору субаренды, одна-, двух- и трехкомнатные квартиры с отделкой, мебелью и бытовой техникой. Кредит в 900 миллионов рублей на строительство 9 тысяч квадратов жилья застройщику выдал банк «Дом.РФ» в прошлом году. Заявление и документы для включения в список на получение квартиры в аренду можно подать в Петропавловске по адресу улица Советская, 35, кабинет 333. А по номерам, которые указаны на экране, любой желающий может проконсультироваться по вопросам предоставления арендного жилья.